Пошли, пошли. Еду, да? Да, едешь. Ты же не летишь, а едешь что-то. Там все равно. Знаю, какой проехать. Не знаю, какой. Выбираем место для остановки. Ты в автобус-то не въедь-то, господи. Испугалась. И этот меня поджимает, и автобус. Он тебя не поджимает, он просто думает, господи, что они делают, что они творят, кто их туда пустил вообще. А какой там знак был? Остановка запрещена. Круглый там знак был. Остановка запрещена. Не знаю. Ну, ты что, реально не видела? Нет. Я была вот, посмотрела на светофор, чтобы, не дай бог, пошли люди. Ты реально не смотрела? Я сейчас где еду? Я еду по двум полосам, да? Так прижмись к обочине. Ну, к обочине, а обочине нет, тут бордюрка. Ну, вообще, что-то я прям... Только... По проспекту так хорошо Олеся ехала. По проспекту Олеся ехала, правильно, ничего не делала, вот да, и ехала. А тут все. А тут все. Так, что там за знак был? Там знак был. Остановка запрещена. То есть даже на остановке там нельзя останавливаться или можно? Если стоит знак «Остановка запрещена», значит нигде нельзя останавливаться. Даже если там... А почему автобус тогда останавливается? У них какие-то другие правила? Ой, лучше бы я этого не... Да, у них есть другие правила. Какие? Почему? Он может остановиться, если стоит знак? Потому что он перевозит... Это маршрутное транспортное средство. И оно, что, он, на него ПДД не распространяется? Он много отходит от ПДД. Чем? Много. Он может и при движении прямо повернуть, при движении направо поехать прямо. На него линии разметки даже могут не действовать. Понимаешь, люди ходят стоять. Все, я забыла. Поехали, я поехала. Все побежали, я побежал. Поехали. Ты так, говорит, куда, да, побежал? Ну, все побежали, я побежал. Блинский, да? Это ты просто со своим знаком заболтал меня. Я? Конечно. А хочешь, я выйду? Иди. Открывай дверь, останавливай. Выбирай место для остановки.